Трагические новости приходят с Украины. Там погиб еще один представитель журналистского сообщества. Оператор Первого канала Анатолий Клян. Коллектив национального телевидения Чувашии искренне соболезнует родным, коллегам и друзьям. А их за 40 лет работы в информационной службе Анатолий приобрел множество. Между тем, обстановка на юго-востоке Украины остается напряженной. В Россию прибывают беженцы из горячих точек. В Чувашии готовы принять вынужденных переселенцев. Зарезервированы места в центрах социальной помощи, других учреждениях Минздрава. Организован и сбор средств. Сбор материальной помощи на сегодняшний день организован на счет благотворительный фонд Чувашского республиканского союза Совета женщин. То есть счет опубликован на сайте Минздрава. То есть, пожалуйста, можно перечислять туда финансовые средства. Сбор вещей пока мы его не организовывали, опять-таки для того, чтобы организовать именно адресную доставку этой помощи. Центры нашего социального обслуживания города Чебоксары готовы принять всю эту гуманитарную помощь, но вопрос возникает, мы решили определять ее адресно. То есть вот как только сейчас появятся у нас дети, взрослые, кому какая помощь будет нужна, тут же будут полностью все центры соцобслуживания готовы. Потому что этот сбор помощи у нас осуществляется, по сути дела, в постоянном режиме. И даже на первое время одежда, обувь имеется. Поэтому проблем пока на сегодняшний день нет никаких.